Доброго времени суток, с вами Саня Электрик, Влад Даглас и Миха Драг Драгон. Мы продолжаем, то есть мы начинаем новую карту про то самого Херобрина, но он вернулся, сволочь, короче, так сказать. Как и угрожал в самом конце. Здравствуйте, да-да-да. Дорогие зрители. Вот, Влад, привет. Прочитай, если Херобрин ретурн. Так. Ты будешь у нас читателем. Херобрин вернулся, сделан хайпикселем. Пожалуйста, не ломайте блоки, unless to... если вам это не советуют. Рекомендуется, если вы поставите текстур пак 1.5. Оно у нас... Scanned. Специально спасибо Газаму, хотя хотел сказать Гамаз, Гамаз, как Миха так. говорил. Так, это сиквел Херобрин Мэншн. Миха, отойди. Клиент-сеттинг. Так, все хорошо. А, желательно отменить облака. Я другой облака. Поставьте на 50 и Smooth Light поставьте на облака. А Smooth Life это на что? Smooth Life. Smooth, сейчас скажу, это настройки. Ой, я даже уже сам не вспомню. Ну, неважно, в общем. Окей. Короче, яблоко отрубил. Ты отрубил яблоко? Облака. Как тебе не стыдно? Так, о, КА, КБ, чё КБА? А, ключи. КА, ключа, ключ Б, значит, где-то нам нужно это найти. Погодите, тут еще записки какие-то есть. Вечно одинок? Поиграй на этой карте, понятно. В общем, мы сделали бесплатную рекламу. Да-да-да. О, погодите, я там что-то наверху заметил. Куда сейчас ползет Саня, куда ты там ползешь? Ау. Все время, когда ты ползаешь. А может просто надо так, подойти и так нажать на ключа и на ключ Б? А, кстати, да, почему бы да, нет? Да, не, я думаю, а, во, я нажал КБ, в КБ ключ, в КА лежит ключ... О, ключ да, А, вот, кстати, да, сейчас поменяем их местами. Да-да-да. А, так, хопа, все, отлично. Есть. Ключ. О, все, погодите, тут надо что за кнопку? Кнопки. А, это просто как открывать. Стоп, стучит. Press to begin... А, это начать свою... А, сначала давайте... Там, чтобы начать адвенчур. Нормал. Я нажал нормал. На норме будем играть. Готовы? Так. А, прочитайте. Прочитайте. Погодите. Так, Саня, отойди, чтобы я прочитал. Читай. Так, Vera for weapon, armor sets available, make sure we grab a quest, login... В общем, херота какая-то, пошли. Ладно. Пошли. Ух, ё! О, тут самый Виктор, тут самый Виктор. Это же женщина. Почему она Виктор? Почему у неё пышная? О, спикер кто-то вкрывает. Ой. Давайте спать. Что такое? Я спать. Эй, ха-ха-ха. Всё, Саня без кровати остался. Так, ладно. Ну что ж, поспали. Стойте, он... Читайте, хер... Читайте, кто там что пишут. Так, погодите, Херобрин, я боюсь, камбэк, он, в общем, вернулся, чтобы нам сеть. Я сказал, что я, типа, пойду остановлю его, оставаюсь здесь, Виктор, ну, хотя это очень ух странно, ты, всем вниз! Женщина похож. Что вниз? Так, всем вниз, тут для каждого есть... Ух ты, о! Тут для каждого свое. Мне нужна штучка, Так, надо успеть наворовать, пока никто не убил. Книжечку возьмите. Да-да, опять квесты. Так, йо! Куда стыки все забрали, вы что? Нет, дайте. А, я буду хозяином стейков. Так, народ, тут за что? Тут хотят Виктора убить. А, ну, Виктор, подожди. Соулс? Один, Сим Электрик. Что за Соулс? Один, а, душа. Соул — это душа. У меня есть душа. Виктор, твоя душа будет вечно гореть в аду. Но не в раю же гореть. О, боремся с монстрами. Вот все так старые добрые времена. Да. Кстати, а по-моему они даже стали легче, кстати, у них рожи больше похожи на лицо главного героя Куэка первого, когда ему плохо становилось. Книжку, кстати, прочитать. Да, я почитаю. Херобрин вернулся. Так, городу угрожает возвращение Херобрина. В общем, снабжайтесь и начинайте свое путешествие в город. Вот так вот. Стрижка газона тут нужна. Мы не рабочие, чтобы этим заниматься, пошли. О, еще один. Ой, аккуратнее, тут стрелок. Я попробую взять. Блин, как, я, кстати, как приятно. Вот, обожаю здешние приключения. Вот, да, вот как приятно играть продолжение. Ну да. Вот я лично даже хотя, не думал, что такое на самом деле может есть карты получше. Даже я честно, я думал... мог бы притвориться. Идемте сюда. Я после раз гейм-тактика тут не так на самом деле удивляет. Ладно. Мы же не знаем... Окей, я... Какой Вася появился. Мы вот... I can feel... Неплохо. Миха что-то... Влад, что-то Миха пишет. А чё я получил? Херобрин что-то базарит. Он сказал, что он нас поделит на ноль и будет нас долго убивать, резать и насиловать. Ну, это к слову. Херобрин. Он сказал, что типа ты чувствуешь его присутствие, хотя...
Ну ты понял. Я экстрасенс, типа. Смотрите, какая деревня там, ух ты. Хорошая. И нам нужно ее защитить. О, Саню тем временем убили. Да, меня убили. Ему стоило 10 душ за возрождение. Окей. Подождем. А, да-да-да, я должен 10 душ за возрождение. Зомби это души, как я понял. Да, так оно и есть. Твоя душа будет вечно гореть в аду. Кстати, Миха, ты видел, какая там деревня интересная? Да, издалека. Надо к ней сходить, мы тебя ждем тут пока. Идем. Деревня Нижний. Мне нужно две души. Нижний Михайловск. Нижний Михайловск. Так, ух ты. Михайловск. Опа, смотрите, кто ой, это? Ой, это что за... Херабрин. Это кто? Херабрин, он вернулся. Мы в ловушке. А, мы в ловушке. Да, он нас запер. Он вспоминает, как... Читайте... Так, я помню, как победил тебя, сказал Саня, и разрушил твой особняк. Я думаю... Он сказал, неужели ты думаешь, что это... Ух ты, что он вытворяет? А это, прошу заметить, версия 1.6.4, ребят. Это, наверное, Ельцин в домах. Стоп, остановите его, Михаил кричит. Так, he must be stopped now before he destroys everything. В общем, мы должны его остановить, иначе он все поуничтожает. Окей. О, там Весинг какой-то житель. Кажется, ему сейчас что-то будет... Что он творит, нехорошо. Блин? Что он творит? Нам надо выбраться, надо убить его. А, мы должны, иметь какую-то магию, которая нас может освободить. Have better things to attend, we shall meet again, но можно. В общем, он сказал, что мы с ним снова встретимся. Да погодите, вы читайте его диалоги. Миха, читайте его диалоги, ребят, там все сказано. Погодите, сейчас почитаем. А, ой, меня кто-то бьет. Так, посмотрим второй квест. Херабрин, Так, Престолерн. Нам нужно контактировать с Престолерном in the town church. В общем, нам надо с местным пастырем. Давайте поговорить. Мы обследуем сначала деревничку. Ты что, предлагаешь её ограбить? Не, просто обследуем. Ну да, ограбить. Магазин, тут даже магазин есть. О, Виктор, мне кажется, хочет за 2 гнилых куска мяса отдать целый стейк. Круто. Я понимаю бизнес. Это хорошо. Ой, тут ещё какой-то человек. Миш, ребята, я нашел. А, вряд ли. Сандас, Блади, Сандас. Ребята, я нашел, где прячется этот мужичок. Ребят, стойте, погодите. Да подождите, не. Все, вы тут просто мародерствуйте. Не, все не бегите. Ну ладно, я тоже буду. Тут он меч будет хороший. Я тоже что-нибудь... Ух ты, ребят, смотрите, здесь кухня. Но это не полная кухня, здесь не хватает Виктора. Так, я нашел молоко. Да. Ладно, в общем, все идем в церковь. Так, подождите. Помолимся. За грехи наши. Где я? Все, в общем, я с ним поговорю. Обворовали и помолимся. Так, Экс, подождите, без меня не надо. Без меня не надо, вы чё? Поздно. Да как обычно, сволочь. В общем, у нас уговаривают на то, чтобы его деревня была спасена. Кстати, почему похож на Пушкина и зачем ты гнилого мяса ему кидаешь? Ну, мне не нравится, у него плохие идеи какие-то. Он же святой, ты что с ним делаешь? Короче, я пока собираю вещи, а потом вам разделим. Он просит, чтобы мы освободили его деревню от гнетущего положения. Так, Heaven Shop. О, Heaven Shop. Я сейчас куплю что-нибудь в небесном магазине. О, мы открыли это, небесный магазин. Кому нужен полный меч хороший? У меня полный меч, у меня все хорошо. Так, мы открыли небесный магазин. Так, пока Саня занимается мародерством. Я посмотрю, где открылся этот тот самый магазин небесный. Небесный. Да, ведь небес. А, небес. Ой, скелеты. Где? Так, я тут на задний двор церкви. А, сейчас. В общем, пойдем разберемся за церкви. Да, он был убийца. Кстати, надо поспать в деревне, кстати, чтобы сохраниться. О, там какой-то житель. А мы там спали же. Там какой-то житель одноглазый, он похож не знаю на кого. Так, Весинг Хаус, это Весинг. О, кстати, у Весинга что-то есть. Это библиотека, походу. А, я у него был тут. Кстати, у него тут сулик, ты все обчистил. Двери. Там был меч Виктора. Кстати. Ты у Виктора забрал меч? Я тоже забрал меч Виктора. О, ребят, погодите, там, я кажется, нашел еще одну деревню. Смотрите, на другом берегу, противоположном. Давайте. О, смотрите, ребят, вы это видите? Идите ко мне, смотрите. Вы это видите?
Понимаете, что впереди? О, может нам туда? Пойдемте туда. Ну я заметил скелетов и зомби. Так, погодите, там один скелет, поаккуратнее. А, в атаку, Аншабдуль, Ой, ёлопало, сколько тут нарисовалось демонов. Ё-моё. Так, держимся. Ну, у нас, кстати, мечи-то хорошие, поэтому я думаю, да, справимся. Если что, всех в ванную. Ой, то есть не ванную. О, Миха должен, семь душ. Уже 6. О, все, пошли. Еще чуть-чуть осталось. Да, минус 6. Так, там какая-то дверь. Может быть, тут какие-то условия. Так, отойдите, ничего не вижу. Так, Мелторн в Некромантер. Боссфайт. О, боссфайт, круто. Ой, ух ты, будем с Некромантер. Ух ты, вау. Арена. Какие-то черепа. Погодите, надо что-то положить. Offerings in Hobber. Дары? Нам нужно дары предложить. Что там, говорит, Mortal, то есть битва как отлично будет лечить. А, смертельная битва. О, зомби, ребята. Ой, это походу он и есть. Это походу есть босс. Вот, давайте мы ставим. А, нет, он... Это не босс. Какой-то он унылый для босса. Гоните. Да-да-да. О, вот еще, ребята, вот еще. Вот этот, наверное, с головой. Вот, тык, нет. Не-не-не-не. Так, нам нужно положить сердце зомби на алтарь. У кого есть? Так, кстати, да. Может, ребят, бейте зомби и... У меня ничего... О, погодите, тут что-то... Гнилую плоть может кикнуть. Может, гнилую плоть кикнуть. Нет, там именно говорилось сердце зомби, причем выделено. А я сердце ни разу не видел. Ну, люди, посмотрите у себя в этом, в инвентаре. Ну, нет у меня. У меня только, может, гнилую плоть. О, у меня есть зомби-сердце, есть. Пропало. Давай, давай, возьму. А, не, у меня есть все равно. А, вот иди вот сюда, иди сюда. Сволочь. Подожди. О, у меня тоже есть. Меня сейчас убьют. Да. Сейчас убьют, сволочь. Давай, все, отлично. Еще сердце. У меня две штука. Да, две штука. Одно, ребят, идите положите на алтарь-то. А где алтарь? Где? Ну вот, и вот где я стою, вот сюда. Вот, сюда ложи, Миха. А кнопка мыши кидайте и все. Да я их вот, кину. И что, получилось что-то? Вот are you doing, don't touch it, oh, Мелторн. И что будет дальше? И, ой. Ого, они какие-то сильнее. Так, и ревифт 10 сол. Ты будешь платить 10 душ. Сказал компьютер. Ну ё, чё я сразу. Нам нужно ещё положить, алтарь. На алтарь. Так что, ребят, кладите на алтарь. Я положил. Я пока буду отчаянно мышкой бить против. Что ты делаешь? Он ещё написал. Ты меня щекочешь, прикольно. Мы слепили. О, тоже, теперь да. Нет. А так, что нужно еще? Может все же? Походу, да. Ой, ёл, вот он. Ничего себе. Нифига себе. Кибердемон. Это кибердемон. Ой, как он страшный. Да, он тоже темно. Я слеп. А, ой. Где он? Где он? Он походу невидимка. Вот он сзади. Он сзади. Он, кстати, эффектно появляется с этими фейерверками, свистелками и перделками. Да, уже прикольно, кстати. Даже мне эта карта больше нравится, чем предыдущая. Да. Смотрите у Сани и Михи. Все эти проблемы. Я не смотрю. У меня только будет. У меня лагает все. Будет все у меня. Эксклюзив. Но Михи все равно зайдите. Сволочь. Он ушел. Он ушел. Но он вернется. Ну погоди, мы еще... Ой, погодите, я пока стейк покушаю. А, я не могу кушать стейки. Давай, бей его, не бей. Не знаю почему. Да, опять темно. Так. Да. Он говорит, посмотрите на небо, что это? Вижу. Но. Ой, ёлопало, вы это видите? Вау! Красиво было. О, это кто? О, погодите, стрелки. О, это кто? Это кто? Это видите? Это что за бионикл такой? Ой, там какой-то этот, из Варкрафта. Это бионикл. Бейте его, бейте его. А, погодите, это Архангел Тхенос. Он говорит, что вы расчистите центр Бриджстоун Нейтхарл Волт, we can kill Мелторн. Мы, в общем, должны что-то с центром сделать, чтобы убить Мелторна. А, ребят, знаете, куда нам надо его скинуть? Смотрите, Саня, надо его привлечь. Давайте я туда упаду, он за мной пойдет. Не настолько глупо. Они не настолько глупые, эти мобы. Ну-ка, иди сюда. О-о-о-о! Давай. Так, столкнули! Давай, толкай его! О, упал! На-на-на! Не-не-не! Ну нет, ты что? Сюда! Эти мобы! Да бейте его, убейте! Да куда он падает? Как же нам его затащить? Да куда же ты собрался, Мелторн? Зашибись! По-моему... Подождите, отойдите, он телепортнётся! Отойдите, он сам переместится! Всё, давайте! Дырки! А умный, он не пойдёт!
Ну блин, ребят, специально. Вы его недооцениваете, ребят. Сюда, давай. Не надо. Давай, давай. Давай, еще чуть-чуть. Да! Да. О, детка. Сори. Лорд Хербрин, I fail. Ой, салютик. Вот это было эпично, Ух ты чё? Смотри, чё тут дали. Книжка, посмотрите книжку. Берите лук себе. Я взял, я взял. И книжку возьмите. Берите стейк, берите стейк. 16 страниц, значит квестов будет много. Так, Graveyard has been taken over Necromancer. Herobrine command, defeat him, free the town of darkness. В общем, скелетор. О, скелетор. Босс файт? Уже дальше файт? Йо. Да. Это уже какой-то Диабло, кстати, ребят. На самом деле это какой-то Диабло получается, если подумать. Так, и... Опа. Может он на алтаре таком импровизированном должен быть? Кстати, посмотрите внимательно, это же череп, ребят, ага. Посмотрите. Да-да-да-да. Есть мастер, он сказал. Да, мастер. Чёрт, Шут, стреляйте в глаза. Кто сказал? Лук. Берите лук. Ой, блин. Все берите лук. Блин, так, у кого есть стрела? У меня лук был. У кого есть стрела одна? Дай стрелу одну. На. Я сдох. Вон она лежит. Так, где? На полу. Стрела и... Еще могу набрал. Дать. Миха, дай одну стрелу. Где? Как страшно жить. А, вот есть у меня. Так, хопа. Стрелять в глаза. Где его глаза? А может сам этот? Скелетные глаза. О, попади в тыкву. Ай, у нас стреляет. Да ё. О, блин. Кстати, в этом луке, если одна стрела есть, она будет бесконечно стрелять. О, я куда-то попал. Так, погодите. Блин. Так, а я попробую, может, как-то о, забраться? О, я попал, по-моему. А, нет. Стреляйте в глаза. Может быть, именно как раз в глаза черепа? Нет, может. Я в тыкву стрелял. Я попал в неприятную ситуацию. Так. Ой, ребята, я только сейчас догадался, что я забыл включить музыку в игре. Так, сейчас. О, все отлично. Вот дурачок-то, а? Совсем. Да! Воу, вы это видели? Вот это был взрыв. Вы видели, ребят? А вон, да, вон там в глазах что-то есть. О, там, смотрите, ребят, глаза. Ой, ёлы-палы. Ой, он стреляет какими-то взрывными снарядами. Так, давай. Миха, представь, что ты на Олимпийских играх. В Сочи. Сволочь. Не, ой, я попал, по-моему, там попал, нет. Попал, о, да. Один глаз. Налево, давай. Ты можешь, я тебе верю, я люблю. Давай. А вы где? Я что-то вас не вижу. В глаз ну, отлично, да? Мы здесь, Сань. Всё, ой, я горю. Отлично. О, летучие твари, ребят. Я говорю, что там какие-то летучие твари. Летучие криперы! Ё-моё. Криперы? Да, Flying Creepers. Летающие криперы. О, это же... Крипер. Летающие криперы? Да. Разве такое бывает? Почему они похожи на фаллические символы, мягко говоря, сказано? Ё, они взрываются. Так. Луком в них стрелять, луком! На тебе, засранец, на! Это какой-то Сириус М получается уже. Да, кстати. Дудера. Нет. Папапара. О, они еще взрываются. Да. Я думал, они просто летают себе и все. Ай. Эй, а почему? О! Сколько у меня душ. Ребят, тут еще скелетоны, аккуратней. Блин, я боксирую мечом. Сань, ты как Бертругер, собираешь души. Вот, стоп, я дерусь гнилым мясом. Это походу он и есть, тут самый скелетрон. Да ну. Или нет, не их два. Нет, тут скелетов много. Ё-моё. А, блин, вот мы сейчас победим этого босса и закончим часть. Да. Эту первую часть. Да, потом это все такой так ждали. Дебютный эпизод. А! Ой, блин, крипер взорвался. Ой-ой-ой-ой. Думаю, народ ждал эту часть. Эти криперы просто сумасшедшие. На. Вот это вот интересно. Миха, ты сияешь, как игрушечная елка. Я мясо съем. Ну что, крипер, летающий крипер, ну иди сюда. А, так потому что мясо здесь не восстанавливает здоровье. Но не естся. А, ну наверное не хочет. Ест. Не, сейчас здоровье. Ты хочешь здоровье восстановить? О, ребят, погодите, тут проход. А, нету. Я думал, тут какой-то хитрый. Стреляйте в глаза, он говорит, стреляйте в глаза опять. А, все уже, опять же. А, опять глаза. Да, опять глаза. Там легко было. Только тут очень много неудобных мест. Бух-бух-бах-бах-бах-бух-бах. Вот, все отлично. Давай, стреляй. Могу понять, куда именно стрелять в глаза. Где вы? Ну, я же в Medieval. Там желтые точки. Да. Точнее кубы. Это же Майнкрафт. Ой, ёлы-палы, взрывы происходят страшные. Все отлично. Ну.
Все, я в глаза Опять стрелял. Летучие криперы. Опять, да? Чё, по-моему, это вот битва это за выживание. Вот этот скелет, блин, стал побольше. Ой-ой-ой. Это нереально просто. А ну, падай в лаву, так, сволочь. Сталкивай, сталкивай, сталкивай. Ха-ха, один сгорит. Так, отлично. Второй горит. Только аккуратнее, ребят, только аккуратнее, здесь же криперов много. Они еще сделают так. Ого. И все. У меня голод пока. О, Саня за тобой скелет гонялся, но я героически чищу ему спину. Еще скелет. А ну давайте падайте вниз. Так. Блин, обожаю звук скелетронов. Всё. Как будто такое ощущение, как будто ты копаешься в скелете этого. Динозаврика. А, я тебе не умер, поедая стейк. Видите, ребят, как глупо умереть, поедая стейк. Ой, ёлопалы. Это было эпически. Взрывы такие, как будто кто-то балуется ядерной бомбой. Динамитом. Я помню, папа. И главное... Ну вот. Я думаю, такие вот подземные взрывы в Северной Корее... О, опять стреляют в глаза. Опять стреляют в глаза. Может мы в КНДР сейчас? Меня попали, меня попали. Влад, может сейчас в КНДР тут находимся? Да. Где-то тем временем в КНДР. Ой, за мной, прикиньте, со мной скелет в самую даль зашел. И он, наверное, хочет меня стреляю любить, в глаза. Раз он за мной пошел. Я пока стрелял. И еще один глаз остался. Такая миролюбивая музыка сыграла, заиграла. Такая миролюбивая музыка. Стреляйте в глаз! Давай. Да сколько можно стрелять в глаза? Да, давайте. У него просто глаз какой-то шоколадный. Давай. Даю. Так, а тем временем я покуфаю. Стейк. Есть! Что еда не добавляет здоровья и... И... Может быть, нам наконец-таки дадут возможность уйти? О, взорвалось всё, вроде. Ой, ёлы-палы. Погодите. Ну, скелетурская душа. О, Архангел нам говорит, что надо войти внутрь этого. Скелета. Да. Черепа такого. А как туда пройти? О, погодите. А я не знаю. А погодите, нужно, может, построить... Погодите, может, нужно построить кубы? Вряд ли. Странно. Тут взрывы происходят. Ну, нас же сейчас просто уберут отсюда. А может там что-то открылось сбоку? Не, воу. Так, you have... О, я смог, Да. Поэтому... Я горю в аду, нет! Я сломал блок. Я тоже упал. Все, я сломал блок. Миха-читер, все. О, ребят, я что-то нашел. Ух ты, сколько вкусняшек! Ты бегите сюда, ребят, сколько вкусняшек. Да я сломал блок просто. Опа. Ребят, я упал. Ой, вижу. Здесь много вкусняшек. Я возьму немного. Да, погоди, доставьте. И что дальше? Я возьму кость. Ну, допустим, и что дальше? Лиха, бери себе нагрудник. Я самородки себе взял. Так. Бери себе бюстгальтер. И берите кто-то стейк себе. Еще что-то. Я уже взял все. А, ребята, как? Стейки не обязательно. Я возьму себе штаны. Прийти и попросить у них стейки. Что дальше? Что дальше? На этом все? Не, подожди, что там дальше? А я не знаю, все там в шлейф ничего нет, а я этого уничтожил. Стоп, там надпись Брэд здесь блока. Я опять умираю. Да что ж такое, я плохой прыгун. Я на эпическую игру уж точно не возьму. А может там назад? Ну что, пожаримся? Может дверь открылась? Пожаримся? А, дверь открылась сзади, открыта. А, ну отлично. Давайте дойдем до следующей там локации, чтобы она будет сохраниться и закончим часть. А, окей. Все, дверь открыта. Ну, в общем, была эпичная битва. Хопа. Да-да-да. Я даже не думал, что в Майнкрафте может быть... О! Зомби! О, тут золотой самородок. Здесь это зомби. Куды нам уже теперь? Звук такой. Ой, тут дверь тоже открылась. Тоже открыта. Ща-ща-ща. Все. Блин, здорово, так я даже не думал, что в Майнкрафте бывают такие крутые квест-карты. О, там тоже деревня далеко, так что давайте пойдемте сохранимся и закончим серию. Давайте там в постельку. Да, я пойду. В общем, зайдем в деревню и здесь завершим. Хопа. Да, я сейчас пойду посплю. Где тут у нас кровати? Так, хопа. В общем, это какой-то Диабло на самом деле получается, потому что точно такие же квесты. Есть деревня, нужно ее защищать, идти в подземелье. Пошел я какие-то. Так, хаос чей-то. Где тут кровать? Чей-то хаос. Доктор Хаус. Вон, пошли. Чей-то хаос. В этом. Так это же библиотека публичная, вы что там будете спать? А тут нет ничего, блин. Где кровать? Так, погодите. А хотя стоп, Виктору. Стоп, народ, мы же можем просто выйти с сервера и все. Зачем нам сохраняться спать? Мы же все равно появимся. О, погодите, я кажется нашел. В принципе, я кажется нашел. Ладно, народ, с вами был Саня Электрик, Миха Драгодраган и Влад Даглас. Всем спасибо за... Сеньоры, до свидания. Да, мы увидимся в следующей серии. Всем пока. Квест был захватывающим. Да, всем пока. Пока.
Влад, скажи пока. Уже сказал. А ну скажи еще раз. А, я забыл камеру включить.